Вот я балбес, чего я натворил? Охренеть, накосячил, новые пары. Чё теперь делать? Не знаю, не знаю. Ужас! Чё натворил? Ё-моё, обалдеть! Ребята, всем здорово. Сегодня будем решать проблему старых фар. Не знаю, это видно, не видно. Автомобилю почти 10 лет. Вот такого состояния. Блеклое. Мне не нравится. Вторую я уже фару снял. Сейчас я ее помою. Обычный стеклоомыватель. Вот, и потом покажу нехитрый способ, легко доступный, бюджетный, который увидел на одном из видеоканалов популярных мастеров по автомобилям, что они делают с такими фарами. Все. Вот теперь вот такой вот угрожающий вид у этого автомобиля. Так, ну что мог, можно сказать. В общем, разобрал. Давайте посмотрим теперь другую фару, как она выглядит. Вот такая мутная, блеклая вся. Внутри, в принципе, все отлично. Во-во-во-во-во. Ну что, теперь другие действия. Так, ну вот, начинаем процесс. В принципе, фара у нас подготовлена. Вот помыта. Перед вами лежат наждачная бумага. Вот, смотрите, разные маркировки. 2000, 1500, 800. Для начала нам нужен фракция 800, чтобы вот эту защитную поверхность, как объяснил тот специалист, которого я смотрел, проходим все 800. Чтобы лучше сохранить, наверное. И сделаю. Вот перед началом работы, наверное, нужно обязательно попить кофейку. Здесь в гараже нет у меня условий, чтобы были какие-то кофеварки. Вот, поэтому обычным традиционным способом это чайник, баночки, кофе и сахар в баночке. Ну, кто в гараже, это знает, в принципе, что там говорится. Тут, блин, горят уже, хочется. Ну все, погнали тогда. Так, еще раз повторяем, начинаем с 800-ки. Люра Мерлен. Погнали тогда. Блин, страшно начинать. Очень страшно. Ну, с Бога. А, наверное, здесь вот все-таки
Я думаю, нужно пройтись скотчем. Обязательно. Вот это, чтобы шкурку не содрать. Сейчас подготовлю. Подготовка обязательно нужна. Очень хорошая. В любом деле, мне кажется, если не будет подготовки, работа просто говно будет. Все по-хорошему, конечно, многие скажут. И не ебался бы ты, а просто-напросто пошел бабла бы отвалил бы. Благо, что я строитель, малярный скотч всегда есть. Да, он кончается. Не видно. Все полностью подготовили. И, в общем, погнали. Второй этап. Все, в принципе, я подготовил. А именно, этим такой 800-м фракцию. Теперь берем 1000. Промыл. Вот. Так вот такой эффект пока. Пока, в принципе, смотреть нечего. Таким же макаром сделать. Тысячную. Погнали. Thank you.
почищенная, не пройденная наждачкой. Вот это уже почищенная. До 1500. Сейчас будет 2000. Потом вот я подготавливаю. То есть видно, что верха. Желтизны нет. Так, пацаны, смотрите. Предфинишный результат. Соберу вот эту всю шляпу, которая мне нужна. Сейчас становится после 2000-ника. Уже, конечно, интересно. Если честно. Наблюдать за всем этим. О, Фунтик, ты со мной согласен? Конечно, да, конечно, да, конечно, да. Так вот и бывает. Специалисты, мастера, наверное, сейчас скажут: о, чувак, ты чё, мон, это давно уж так делают. Я не спорю, я не первый открыватель, но мне этот способ действительно более приглянулся. Во-первых, бюджетный, то есть краска стоит 650 рублей, и вот эта наждачка там в порядке 150 рублей. Плюс обезжириватель. Ну и самое, конечно, здесь из этого, что дорогое, это время. Поэтому всегда, прежде чем что-то делать, наверное, подумайте, а не проще ли отдать бабла, и вам это сделают. Мне просто нравится. Посмотрим, что дальше будет. Но результат, блин, отменный. О, уже. Сохнет, можно, и посмотрим результат. Ну, а вы пока посмотрите рекламу, наверное. Thank you.
Что натворил, хер его знает. Не знаю теперь. Как все это восстанавливать? Ребят, прошло, наверное, где-то часа полтора с момента уезда меня в гараже. Вот такой вид. О, монстр! Сейчас самому интересно, что же получилось. Та-та-та-та-та. Довольно-таки неплохо получилось. Шикардос вообще. Не зазря. Здесь он пух попадал. Так, что сейчас полирнуть, наверное, ее, и все дело в шляпе. Огонь просто. Просто огонь. Потом все помоем. Полирнуть надо обязательно. Охренеть. Что, сейчас вторую фару буду? Thank you.
ну чё, парни, короче, решил всё-таки этот фару, мне кажется, немножко что-то не то. Сейчас еще раз курану ее, наверное, двухтысячником. Во-первых, здесь еще он и пух попадал. Вот, и потом опять следующим этапом. Сейчас буду обезжиривать. Ну, ребята, к завершению вот итог проделанной работы. Вы помните, да, что здесь было? Что сейчас стало? Машины все собрано, время, наверное, на часа где-то 3. Ну, пух попадал, понятное дело, но все это на быстрые руки. Сами все видели. Осталось поставить лампочки здесь. Одна лампочка сгорела. Здесь бой, сейчас проверим. Что, ребят, прошло, наверное, с того времени, как я залокировал фары, где-то, наверное, больше месяца. Тут дожди, туда-сюда, вот, короче говоря, получилась вот такая шляпа сейчас. Я не знаю, почему так произошло. Прочитал про лак, который я использовал. В принципе, у всех так. Может, конечно, это мои ошибки, но я не расстраиваюсь. Я уже вот одну фару снял. Немножко прошел ее обезжиривателем. Снимается очень легко. Здесь сейчас вот такие вот риски. Я буду проходить сначала 500-м наждачной бумагой. Короче, до 800. Может, до 1000. Фракция. Выглядит, конечно, стрёмно сейчас. Очень стрёмно. Ну что, погнали, наверное? Берём. Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Видел? Блин, только собрался домой, вот что получилось. Это писец. Что будем ставить на ход?